Всем привет! Сегодня у нас наконец-то разработчики прислушались к мнению нашему донатов и добавили все-таки в сундучок не 3, а 5 попыток. Ну и призы, в принципе, начали нормально добавлять. По 5 кославы можно забирать вместе с другими акциями. Довольно-таки неплохо. 20 смен героя дают, 4 карты дают. Ну и осколки Афины и Ронина. В принципе, по 5 раз довольно-таки неплохо. Также можно собирать сразу скины героев, потому что раньше там была у нас непонятка. Можно было собрать 20-30 осколков, а остальные не давали. Так, ну что, сегодня давайте начнем с акции, а потом сделаем обзор героя, которого прокачаем. Забираем плюшки. 25 кулаков, в принципе, довольно-таки неплохо. И плюс еще у вас есть самоцветы. Не надо уже ролить. Вот так вот. Хлоп, 25 кослава. Сразу давайте купим рунки. Так, 10 таких. 10 таких и 10 шестого уровня есть. Побежали в акции. Сегодня у нас, как обычно, яйца. Посмотрим, что нам там за 5 паков упадет. Давайте заберем отсюда приз. Посмотрим, что тут упадет. Сундук таланта 5 уровня. Не ахти, в общем. Забираем ящик славы. 6 рун таланта. В принципе, тоже неплохо. Так, есть. Побежали дальше в акции. Ну, 60 попыток, конечно, немного. Ну, вроде последнее время здесь поменяли призы. Сегодня тут падают довольно-таки неплохие. Анубис, Стрелок, Вольт, Некрос. Очень даже ничего, герои. Посмотрим, что мы сможем за 5 паков получить. Ну, расходники отсюда так и не убрали. Триста самоцветов. Плохо, что нельзя сразу 3 открывать, было бы намного удобней. По одному реально очень долго клосать приходится. Так, почти 20 яиц и ничего. Психощит второй. Вот два пака мы уже убили, и кроме психощита ничего толкового отсюда не получили. Побежали дальше. Вот так вот, 32 яйца, и мы получаем Анубиса.
У меня аккаунт просто зачарован на нубисов. Не знаю. Все больше и больше становится их какое-то нашествие прям. Да, неожиданно, неожиданно. Надеюсь, всем так падает. Психощит первый. Дайте еще одного героя. Не будьте жлобами. Обычное яйцо. Кстати, отсюда яйца реально очень плохо начали падать. Легендарное сразу упало. Раньше там каждая вторая, третья попытка яйцо было. Стрелок. Ребята, не знаю, не знаю. По-моему, это топовые яйца. Стрелок Анубис за 4 пака. Довольно-таки неплохо. Возможно, IGG услышала наконец-то, что пора менять рендом. Ну, хорош. Вольт и Некрос остался. Ну, мы их, конечно, выбивать не будем. Они мне не нужны. Бля. Вот так, ребята, надо играть. Вольтор. Жесть. Ну, сейчас, если еще на 60-м Некрос упадет, это реально будет жопа. Правда, этого не будет. Ну, круто, круто. Пять паков. Довольно-таки неплохо. Давно такого не было. Вот так топы получают героев. Так, ну смотрим. Там все, не надо, не надо. Вот вам три героя за 5 паков. Довольно-таки неплохие герои. Все в них нуждаются. Я, честно говоря, в шоке. Пишите потом в комментариях, как вам такие яйца. Я сам, честно говоря, удивлен. Все, всем пока.